Ставропольская унжи фанда гласа ун фалтарчин шофарандар швайы жын хашлавард. Рашта куцова автозапатадар фалдаркананс шашартах и жын жыну кут фиштак заучитан авто хату гады шофартандар. Асажай фанкананс бандуру наиш салса канан мемкушчита балвартар разурзаштан. Аса фандаджи хайлиш аса кинону фрауазан на фазе афазма фандаджи алхужон кадрта сарджита шахадак шишанс. Аса уацагал хатулга на колумпияна асаузан. Вода катаржин зина тане яфанс фиштак заучитадар. Бира тазы ахижандар налфал варанс. Хатулга тардак фандагл фашта маражиланс. Фиштак заучитата онжи каромма хатсадар набаваянс. Рашсама шрамагда фаштау. Авто Ставропольской фандаджи хайхонанс интернеты тахдададар. Зақыта автар фашта маша юваршта асаванармашт трату. Если раньше просто аварийную ситуацию вызывали, потому что каждый пытался объехать по встречной стороне, то теперь вообще невозможно на вот такой маленькой машине, как моя, проехать. Это просто безобразие. Машина вообще справляется? Ну вот с такими ямами нет. Мэрии кудразар той автомай уавар бону кадыфаштивак на уахам уавар шавжарт Ставропольская онжи фашамуаты араштадыраштак. Балвартар тазу аптаттак куштуат объект мадону хажакта бауазанал неш ражышты. Вот фашамуатах исауш фанткоттах и тыхтай дон бауазан баштахаймам. Кудфаштивак авто дон цая карын райдетта фандагмам. Было обращение во Владсток с просьбой выдачи технического присоединения, технических условий. Технические условия мне выдавались. То есть они самопроизвольно вывели трубу в никуда. Предпринять меры на данном участке по данной ситуации Владсток не может, потому как сетей у Владстока там нету. Ахамуавар фандаджи уалцарны уазан кайжағыны қауынай ганан. Уйым барынс фанда конфунды дар. Тағдырышта джиянац проект мағашқа бандуруны іш салса кэнзышты. Бакуш сышты ил асаж. Ныртака бараканынс күшті тачи бахашт канзан удоным. Шнуканын фандай канынс фыцагам сентябрма. Будет производиться капитальный ремонт улицы Ставропольской от улицы Неизвестного солдата до Черменского шоссе. С заменой основания, с установкой лотков и постараемся так, чтобы отвести воду, потому что вся проблема улицы Ставропольской в том, что в воде некуда уходить. И улица, ее последний раз ремонтировали, если мне не изменяет память, в 2006 году. Шаражзышты я афону лама кудамбала авто. Сарджеты нал каузан иуваршты саван фандага агурын умай валдайма Ставропольской онгай валдай. Асаж зауджи каубажил зышты ноджих шай фандагма. Ама уярмашт федералом бюджеты харзайна. Калты зирашат гойта Алина Гапуатахетак, Юрыштон Хабарты.